Я, ну, делаю скидку на лексику определенную. Тут, в общем-то, все нормально, но лучше уж я так сказал. Я вам вот эти вот вопросы такой. Итак, вот вы говорили о том, что в Думе много представлено профессий, да, и слоев. Коммент такой. В общем, болтунов в Думе теперь еще больше стало. Ну, это традиционное как бы негативистское отношение, да, в первую очередь. И в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что очень многие горожане, особенно те, кто пишут комменты, и те, кто рассержены, они вообще слабо себе представляют полномочия Рязанской городской думы, зачем она вообще существует. Да, Рязанская городская дума – это представительный орган местного самоуправления. То есть, по сути своей, это наши с вами представители. И когда там преобладало большинство бизнесменов, да, при том, что если брать социальную структуру населения Рязани, ну, бизнесменов где-то 3% от всего населения. Да, то есть, каким образом мы можем говорить о том, что это был представительный орган? Был не протолкнуться, честно говоря, бизнесменов. Да, теперь же вот состав он стал такой более разнообразный, да, и действительно мы можем говорить, что Дума становится представительной. Да, то есть там появляются люди, которые представляют интересы разных социальных групп, и это важно, это и есть как бы основной инструмент демократии. Еще вопрос. Читаю, вы уж извините. Господин Семенов, а вы не в курсе, что 75% рязанцев не участвовали в этом мероприятии? Что ЕР сама себя выбирала, по идее выборы не состоялись, я не говорю о фальсификации, частично вы уже ответили, но давайте прям 30 секунд соберем вот эти, если можно. Опять, этих 75% – это выборы данных людей. Да? Право избирать – это право. Гражданин может ей воспользоваться, может не воспользоваться. Хочу сказать, что у нас, вот, если сравнивать, допустим, с другими регионами, и там, где выборы были более значимые, скажем, выборы мэра Москвы, опять-таки явка в районе 30%. Да, хотя это и на федеральном уровне, да, и такая широкая, обширная информационная программа была. Да, компания, да, оппозиционные компании там Алексея Навального в интернете, да, но не пришли москвичи, не пришли.